Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Паша, и вы попали на мой канал. И в этом видео я снимаю обзор на кухонную терку. Эта терка предназначена для того, чтобы измельчать разные фрукты и овощи. И, кстати, передаю Денису привет. Привет, Денис. Еще эта терка сделана из металла, и именно поэтому она так сильно блестит. Вот, смотрите, я вам покажу ее в 360 градусов. Видите, как она блестит от света. И в этой терке есть сразу 4 вида измельчения. А именно среднее измельчение, большое измельчение, вот такое какое-то странное измельчение и вот такое вот мелкое измельчение. Все эти виды измельчения, конечно же, хороши, но я использую только вот этот вид, так как вот такой вот вид измельчения более универсальный и подходит почти для всех фруктов и овощей. Давайте вот на примере я яблоко попробуем потереть. Ну вот, у нас что-то получается, поэтому мне нравится вот эта сторона, она очень качественная и хорошая. Ну ладно, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился данный обзор. Обязательно поделитесь данным обзором со своими друзьями. Всем большое спасибо, всем удачи, всем здоровья, всем благополучия и всем пока-пока, друзья. Пока!